В музее Первого Совета открылась выставка фотографий священноинока Александра Завьялова, выпускника Суздальского художественно-реставрационного училища. Полсотни работ подписаны строками из псалтири. Идея сопроводить снимки выдержками из богослужебной книги пришла случайно, когда отец Александр готовился к одной из первых своих выставок. На фотографиях представлены места, где священник какое-то время жил и служил. Наместник монастыря благословил такое послушание вести фотолетопись монастыря, то есть это нужно при себе постоянно носить фотоаппарат, фотографировать братьев монастыря, послушаний, кто какие там исполняет, богослужения, праздники. У Александра Завьялова фотоаппарат всегда под рукой. Больше всего он любит фотографировать природу. Она по-своему прекрасна в любое время года. Исключение для автора, пожалуй, составляет лето, когда оттенки зеленого представлены в изобилии. Выставка вот этих работ, которые представлены здесь, она удивительно трогает за душу, потому что здесь представлена наша природа. Чувствуешь, что насколько мы все близки к своей природе, когда смотришь на эту замечательную выставку. Здесь не только храмы, здесь и лица людей, которые прослеживаются, как фон проходит. Здесь и сам отец Александр представлен в нескольких видах. И, вы знаете, мы даже решили для того, чтобы для аттрактивности этой выставки показать и одежду священника. Экспозиция, подготовленная представителями духовенства в музее Первого Совета, проходит не в первый раз. Мирное существование атрибутов советской эпохи и церкви не смущает ни посетителей выставки, ни организаторов. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.